Всем привет из солнечной Греции, с вами Юлия, вы находитесь на канале о вышивке крестом. Сегодня 28 сентября, суббота, первый месяц осени практически завершился. Казалось бы, осень, а у нас за окном еще стоит жара 32 градуса. Лето не хочет уходить, с одной стороны хорошо, а с другой стороны мы устали уже от этой жары и немножко хочется прохлады. Ну, это вот у природы свои, в общем-то, планы. А то, что у меня получилось по моим рукодельным планам, мы сейчас посмотрим. И перед вами находится мой основной процесс. Это античный шарм по дизайну Dimensions, но сборка магазина «Клубок желаний». Я оставлю ссылочку на этот магазин. Часто у меня девочки спрашивают. Ну вот я оставлю, вы зайдите и посмотрите, что и как. Значит, последний раз, когда я вам показывала видео о данном процессе, у меня было вышито чуть меньше половины. То есть, я напомню, где-то вот по эту линию я вышивала здесь. Начала вышивать сарай, мебель, где-то вот. Такая часть у меня была вышита. Ну и в принципе я планировала в этом месяце, в сентябре, полностью завершить эту работу и представить вам уже в полной красоте. Но так как у меня в этом месяце, к сожалению, было мало вышивальных дней, а те дни, которые я вышивала я мало. У меня сейчас скорость вышивки упала, ну не скорость вышивки, время на вышивку стало меньше. Раньше я могла 4 часа повышивать так вальяжно. Сейчас, конечно же, времени поменьше, и я вышиваю примерно 500-600 крестиков за вечер. Это маловато, ну и хоть столько успеваю вышивать, и опять же хорошо. Вот, и не каждый день я вышивала, где-то дней 10, в общем, у меня выпало в этом месяце. Поэтому, как видите, работа у меня не удалось мне осуществить мои планы. Хотя вот сейчас еще, в общем-то, 3 дня есть до завершения месяца, я могла поднапрячься и вышить этот участок. Здесь немного. Но опять же, у меня на выходные тоже есть планы. И я не уверена, что я завершу, смогу дошить. Мне нужно какие-то планы тогда подвинуть в сторону и сосредоточиться на работе. Но я не хочу этого делать. Хочу, чтобы все-таки моя вышивка это было хобби. Не хочу себя загонять, поэтому ну, посмотрим мы на эту работу еще раз, что делать. Вот показываю сейчас в том варианте, как она есть. И в следующем месяце я вам ее покажу уже все в полном завершенном виде. Я думаю, что это я смогу осуществить. Уже осталось тут меньше 1/4. И вот этот участок схемы, который мне нужно осилить. Здесь всего-то ничего, вот дерево зашить. Кстати, дерево, я говорила вначале, что вышивается полукрестом, а вот ничего себе, вышивается оно как раз крестиком. А полукрестиком вышивается небо, оно здесь вот в этих вот просветах, где мы видим голубой цвет, это полукрест. Его здесь очень мало. Ну и полукрест будет небо, вот этот большой участок. И тоже в центре большой участок вообще не зашивается, поэтому хоть немножко работа облегчается. Ну, а вот здесь, где дом, здесь, конечно, крест, бленды, смешение цветов и есть бэкстич, нужно будет поработать. Но объем здесь небольшой, действительно, можно вот за 3 дня с этим объемом справиться. Но, я уже все сказала, поэтому будем двигаться так, как получается. Вот, это то, что у меня по этой работе. Хочу вам ее показать поближе. Давайте мы ее рассмотрим. Ну вот начну с правого нижнего угла, где есть вот эта вот табличка Country Charms. Очень мне здесь нравятся эти два подсолнуха. Просто прелесть и сказка. Много здесь бэкстича и есть было над чем поработать вот с этой табличкой. Но мне очень-очень нравится, душевно получается. Гуси. Кстати, по поводу гусей вот хочу вам немножко рассказать. Я здесь заменила на серый цвет, чтобы сделать гусей ну, как бы более, скажем так, естественного цвета. Но мне девочки прислали, посмотрели по ключу, по оригинальному набору Dimensions античный шарм. И да, действительно, вместо серого вышивается голубым цветом.
и гуси получаются такие немножко сизые. Ну, я думаю, что здесь, да, лучше оставить тот цвет, который предложен в наборе. Они будут более контрастные, более будут хорошо выделяться. Ну, мне уже лень переделывать. Знаете, я не педантичный человек. Я к мелочам таким отношусь достаточно спокойно. Главное, не нарушается целостность всей картины. Да, ничего как бы не бросается как-то в глаза. Гармонично все смотрится. И для меня это самое главное, чтобы была гармония, общая целостность картины сохранялась. Поэтому отличия в каких-то оттенках мне, в общем-то, абсолютно это не дергает за душу, не болит. Знаете, вот такие мелочи еще в жизни беспокоятся об этом. Ну, проходим мимо. В общем, дорожка вышивается полукрестом. Вот такая вот здесь повозка. Очень она мне понравилась. Вышивается легко, ярко, получается объемно. Ну, класс. Класс, класс, класс. Вот это место, оно, конечно, такое кропотливое, хлопотливое, потому что здесь много разных оттенков цвета. Часто меняется ниточка, много разноцветного бэкстича, но это приятные здесь такие хлопоты, потому что интересно вышивать и интересно наблюдать за тем, что проявляется у тебя, какая деталь новая появляется, потому что когда просто в крестике, немножко размыто и непонятно, что ты вышиваешь. Ну а здесь можно уже, конечно, рассматривать. А вот эти цветы я обязательно, когда уже полностью завершу всю работу, я здесь сделаю французские узелки, накручу. Потому что как же цветы без французских узелков у Dimensions не может быть. Вот, такие здесь интересные детали. Посмотрите, картина. Можно представить, что там три кота черных. Ну это уже у кого как фантазия. Скворечник нравится мне. И вот здесь мне нравится эта табличка, посмотрите, антикс, то есть антиквар, старинные вещи, и все по $50. Приходи, выбирай все, что хочешь, $50. Такие здесь коврики всякие висят, вот, ступенечки, которые ведут на такое резное, красивое, уютное крыльцо. Загляденье. Много-много здесь бэкстича, конечно, я здесь шила-шила, боясь потерять какую-то линию. Ну, я надеюсь, что ничего не потеряла. Но если что-то потеряла, внимательные мои зрители обязательно мне подскажут, как всегда. Да, вот такое крыльцо. Ну, и здесь я подобралась к дому, который, вот видите, только вот чуть-чуть окошки, чуть-чуть крышу. Так, ну и дерево с правой стороны я довела до угла. Прям шила несколько вечеров, штопала, шила-шила, чтобы можно было вывести угол. Ну и вот то, что получилось в целом. Как вышиваю? Вышиваю я... Сначала я вышивала эту работу на станке, потом вышивала на кюснапах, потом переодела на нюрги. Но так как нюрги плохо удерживает станок Stitch Smart, он постоянно, когда его зажимаешь, нюрги открываются. Поэтому мне пришлось переодеть на деревянные пяльца. Но когда я уже прихожу к верху, то опять же неудобно, не хватает основы, и приходится дошивать уголки опять же на нюрги. То есть вот такая вот у меня работа. На всем вышивается буквально, в зависимости от участка. И знаете, вот это минус того, что есть маленькие края. Вот если были бы чуть-чуть побольше края, было бы, конечно, проще со всеми этими предметами, аксессуарами, потому что и кюснапы просят какой-то запас, да, они же закручивают. Или вот вверху неудобно. Всегда не хватает больше краев. Вот чем мне нравится, к примеру, Custom Crafts, они очень щедро, у них по 7 сантиметров, то есть ну просто вообще классно. Нет никаких проблем и на кюснапах, и на рамах, как удобно, так и можно вышивать. Вот, в принципе, здесь поля-то достаточно для оформления, но вот для кюснапов или для вот каких-то таких вот, знаете, даже пяльца, вот эти уголки, всегда не хватает немножко материала, чтобы удобно было, можно хорошую сделать натяжку, осуществить.
Это такие мои личные замечания, конечно, у каждого свои взгляды, но вот мне нравится, чтобы поля были побольше, чтобы можно было так свободно и вальяжно уже оперировать с разными инструментами. Вот, в целом, конечно, работа очень-очень яркая, красивая, и я спешу ее завершить. Спешу завершить, мне хочется, чтобы вот эта летняя работа завершилась осенью и не вышивать ее зимой. Ну вот как-то у меня складывается такое настроение, что все-таки сезоны влияют на меня очень сильно в плане вышивки. Не просто влияют, как вот на обычного человека, но влияют и в плане вышивки. Хочется вышивать по сезонам. Да, вот хочется вышивать по сезонам. Зимой хочется зиму вышивать, весной хочется цветов, летом хочется что-то летние какие-то дизайны, море, осенью, вот осенние композиции. Хочется вышивать по сезонам, как бы это странно не звучало. Может быть, кому-то более логично хочется вышивать наоборот, зимой и летом, а летом зиму, чтобы как бы восполнять какие-то, да, какую-то нехватку. Но у меня все идет по природным часам, вот как природа, да, отсчитывает время, так вот и у меня мое настроение. И я уже чувствую, что мне хочется достать что-то зимнее, холодное и снежное. Но вот за окном пока зима не приходит, и у меня есть шанс дошить эту работу в осенние, так сказать, теплые, прекрасные, яркие денечки. Вот, что еще хочу сказать. Здесь у меня была разметка карандашиком. Очень он легко и хорошо отстирывается. Я постирала, погладила, чтобы уже как бы почти готова работа, показать вам более в таком красивом виде. Вот. Ну, конечно же, эти дни буду заниматься и буду зашивать весь этот участок. Это моя основная работа, с которой я, в общем-то, в сентябре активно работала. Вот. И пусть я не достигла своей цели, но я к ней приблизилась очень-очень сильно. Но это не единственная работа. Перейдем сейчас к следующим моим процессам, над которыми я также работала. Следующий процесс, над которым я вяло работаю, вышиваю совсем по чуть-чуть, но тем не менее есть небольшой прогресс. Это то, что у меня вышилось, в общем-то, за август и сентябрь. Да, за август и сентябрь. В основном здесь я пока вышиваю полукрестом. Прибралась я на низ работы, чтобы выровнять немножко работу и подняться вверх и вышить, наконец, эту львицу. Вот хочется мне вышить эту львицу, я о ней мечтаю, но потихонечку пока вот подбираюсь. И говорила я вам в промежуточном отчетном видео, что у меня вызывают сомнения. Вот здесь внизу оттенки. Мне казалось, что я что-то перепутала или неправильно почитала ключ. Потому что вот на картиночке, посмотрите, как смотрится этот уголок и как он выглядит по факту. Я искала фотографии и могу вот на первый взгляд сделать такой вывод, что те работы, которые были вышиты по перевыпуску, у них у всех вот такой вот уголок, то есть немножко смазанные цвета. А работы, которые были вышиты по оригинальным наборам, по сборке американской еще много-много лет назад, там картинка немножко по-другому смотрится. Вот это, ну, то, что я смогла понять по фотографиям, потому что, да, монитор, конечно, искажает немножко цветопередачу, да, и у каждого разные носители, которыми делают фотографии, тоже могут изменять какие-то цвета. Но то, что вот я смогла понять, это да, то, что в наборах, выпущенных сейчас в Китае, в перевыпусках, у них у всех вот такой вот идет уголок. А американские наборы, там идет другая цветовая как бы палитра. И вот я сейчас достала из набора два оттенка, которые участвуют здесь. Это номер 15936 и это номер 15470. Вот посмотрите.
на камеру при хорошем освещении, да, эти оттенки, они отличаются. И, в принципе, отличаются очень даже явно. Вот я так смотрю. Но в жизни, поверьте, вот так их положить, ничего они не отличаются практически. Очень у них идет близкий оттенок, прям очень-очень. Вот. И я думаю, что поэтому идет картинка смазанная, нет какого-то контраста. Да, в общем, когда пойдет уже желтый цвет, вот этот оранжевый, трава, все выровняется, но по факту, да, ну вот смотрите, как смотрится на обложке и как это выглядит вот здесь. Это, можно так сказать, недочет. Недочет у Dimensions. Мы привыкли только хвалить фирму Dimensions. Мы знаем, любим эти дизайны и очень многое прощаем, да? Вот как-то так складывается, что к своим производителям мы очень критичны, очень критичны. Там вот чуть-чуть что-то не так, у нас все, у нас сразу критика, вот наши. А если взять объективно, у Dimensions тоже очень много промашек в разработках их дизайнов. Если брать людей, лица, да, руки, какие пятна, какие грубые переходы. Наши дизайнеры научились разрабатывать намного лучше и качественнее лица. Ну, мы привыкли, знаете, уже это просто дань этому производителю, он столько лет, у него действительно много прекрасных дизайнов, и поэтому мы привыкли все как бы прощать. Ну, вот тут это какая-то вот есть ошибка. Но это на мой взгляд. Кто больше разбирается в фирме Dimensions, пишите. Очень интересно ваше мнение, ваш опыт. Может быть, я ошибаюсь, может быть и такое. Мне будет очень интересно. Я, конечно же, потом интересные такие замечания, комментарии или по факту, если у вас есть какая-то информация, я озвучу, конечно, потом в своих видео. Я думаю, это будет интересно и другим девочкам. Вот. Ну, а то, что касается самого процесса отшива, я всем очень довольна. Вышивается легко. Здесь полукрест, особо думать не надо, схема простая, нет никаких таких сложных переходов. Нитка часто не меняется, поэтому взял нитку и ты ее шпаришь. Вот, я сделала себе разметку. Как я говорила, я без разметки путаюсь. Здесь я пыталась сделать без разметки, вышивать, но я потом поняла, что нет, это все-таки не мое. Я привыкла с разметкой, и не надо себя мучить. Взял и вышивай по разметке. Надеюсь, что в месяце октябре я продвинусь намного получше с этой работой. Дошью античный шарм, и поэтому этому процессу буду уделять больше времени. Но пока так, как есть. Все у нас впереди. И еще один мой процесс, над которым я все-таки работаю, это набор «Золотое руно» на крылечке. Вот такие вот замечательные два котика нежатся на солнышке, наслаждаются летними деньками. И на моей работе первый котик уже начал появляться. Виден хвостик, две лапки, вот одна, вот вторая лапка. И мне очень нравится то, как получается перила. Посмотрите, здесь и тень видна, и очень-очень красиво, хорошо все передано и проработано. И я говорила, что здесь вышивается все только крестом. Ну и есть и полукрест, конечно, но вот на данном участке только крест. И какая хорошая проработка. Очень мне нравится золотое руно. Я давно ничего не вышивала от золотого руно, поэтому с удовольствием сейчас работаю над процессом. Были у меня планы до конца сентября завершить весь этот участок. Но я уже говорила, что в этом месяце у меня мало было вышивальных дней, поэтому вот то, что у меня в первой половине сентября вышилось, как бы такой вот половина моих планов, и все, на том у меня процесс остановился. Вышила я буквально здесь еще чуть-чуть, но около 1000 крестиков, белым цветом здесь не видно сейчас, и пока все, но буду браться, конечно, сейчас работать с этой картиной, с этим процессом.
Тем более, что это мой основной процесс в совместном проекте «Мои любимые коты 2». Очень меня вдохновляет этот совместный проект. У нас такая теплая компания собралась, и девочки такие активные, присылают вовремя отчеты, интересные процессы. И очень много у нас разных-разных дизайнов. То есть одинаковых действительно очень мало. Поэтому процесс, конечно, совместный отшив у нас получился душевный. В этой работе используется много цветов, много оттенков, но так как схема здесь очень-очень хорошо проработана, вышивается легко, вышивается с настроением, поэтому никаких у меня абсолютно нет вопросов, нет каких-то сложностей, что вот что-то не идет. Все здесь прекрасные материалы, схема, все отлично. Просто не хватает времени для того, чтобы отшивать. Ну и процесс у меня находится на моем любимом станке. Это настольный станок от магазина «Чаривна Штучка». Вот представляете, этот станок я купила первым в 2013 году. Да, в 2013 году купила этот станок самым-самым первым. И вот он оказался самым лучшим станком. Ничего с ним не происходит. У него есть хорошие возможности, чтобы можно было менять рамы от 20 сантиметров до 70 можно сюда ставить. Он сдвигается и раздвигается. Он очень устойчивый, очень хорошее здесь качественное дерево. Ну, это мой любимый станок, но он только для стола. Он не подходит как диванный, потому что у него есть там такая, если смогу открыть, да, вот видите, у него вот здесь такая основа, которая, ну, неудобно ставить ни на колени, никуда. Это для стола, он именно настольный. Хорошие ножки с такими прокладками специальными, чтобы он не катался, не скользил, устойчивый, очень удобный. И когда его раздвигаешь, образовывается здесь такая выемка. Сюда можно ставить маленькую коробочку, как я делаю, с ножничками, со всякими такими мелочами. Очень-очень-очень удобно. Вот. Такой вот станочек, мой любимый. Так, ну, по этому процессу мне, в общем-то, больше вам нечего сказать. Еще раз полюбуемся на этого, но еще не котика, на первые мои крестики. Полюбуемся немножко на мои первые крестики, то, как получается. Я очень люблю гладить, наглаживать вот вышитую работу. А здесь у нас какой 16-й каунт, крестики такие аккуратненький, получается, гладенький, так красиво. Ну, я балдею от этой картины. Ладно, не буду долго задерживать вас на этом моменте. Перейдем к моим следующим новостям. В завершение хочу показать мои пополняшки. В данном случае это не покупка, это подарок от магазина «Клубок желаний». Набор называется «Дух волка». Я делала обзор на данный набор, оставлю ссылку. Очень я давно мечтала об этой индианке, мечтала ее вышить. И вот сейчас, ах, как хочется мне начать ее вышивать. Но пока я себя сдерживаю, хочу завершить античный шарм, чтобы не плодить особо процессы, хотя уже у меня их там столько, что даже как-то боязно вытаскивать все скелеты из шкафа. Поэтому в ближайшее время не ждите видео всех моих текущих процессов. Вот. Есть соблазн начать, но умом понимаю, что нужно закончить хотя бы античный шарм, чтобы дела как-то продвигались, мои рукодельные. Но я рада, что у меня есть этот набор. Очень-очень я давно о нем мечтала. И теперь не нужно заботиться об организации подбора ниток. Все уже готово и скомплектовано. Супер. Вот такой вот у меня наборчик. И хочу похвастаться, вот именно похвастаться. Первый раз в моей рукодельной, скажем так, норе появляется. Ой, как все отсвечивает. Наборы фирмы Dimensions и Buzilla. Очень сложно снимать, фотографировать. И мне пришлось, конечно, поискать, побегать по дому, поискать какой-то уголок, где можно более-менее вам показать этот набор. Ну, эффект зеркала работает. Никуда от этого не деться. Темная обложка и темная картинка вот как бы создают такой эффект. Ну, более-менее сейчас видно и понятно, какой дизайн.
И этот дизайн меня, конечно, очень сильно тронул. Я никогда не видела данный дизайн у фирмы Буцила. Случайно он мне попался в ленте ВКонтакте. Я увидела у одной девочки и написала ей сразу сообщение, что хочу приобрести. Но как девочка сразу не ответила, я подумала, что набор этот выкупили и все. В общем-то, все пропало. И задачилась я задачей такой найти его и приобрести свои запасы. Долго искала, но мне повезло. На одном из сайтов я нашла этот набор и сразу заказала. Набор, конечно, дорогой, доставка тоже, но я пошла на все эти жертвы, потому что, ну вот, первый раз меня так сильно тронул сюжет Буцила, мне захотелось заиметь хотя бы один набор. И поэтому я себе сделала такой подарок, махнула рукой, эх, пусть будет, пусть чуть-чуть дороже, но будет. Вот, сюжет, конечно, действительно очень милый, трогательный, маленький же ребенок и мама, и мне нравится, что здесь лошадки очень-то необычные, они такие красно-белые, и называется набор Colors of Love, то есть такая, как бы, как это понять, цветная любовь, не знаю, как перевести правильно, не судите меня строго. Размер работы 27 на 34 сантиметра, используется здесь равномерная основа 28 каунта. А сколько цветов, не знаю. Посмотрим задничек. Ох. Вот такая здесь основа. Серенького цвета. Красиво. И вот такой пучок ниточек. Я никогда не разбирала эти ниточки. Я знаю, что Буцила сложный разбор. Но один раз, я думаю, я смогу преодолеть. Мне очень хочется. Такая красота. Вот такой. И это, по-моему, набор, я не вижу здесь значка, по-моему, набор, где ниточки не ДМС, а это вот крашеные именно буциловские. Вот такой. Еще раз. Класс. Я рада, я очень рада этой покупке. Вот вам немножко похвасталась. Порадуйтесь вместе со мной. Не знаю, когда будет отшиваться, не спрашивайте. Знаете, я пришла к тому, к такому мнению, что у каждого дизайна и набора должен быть свой счастливый случай. Ну вот, кому повезет, тот и будет вышиваться. А наборы свои я люблю все. Вот такие у меня итоги сентября. Не очень-то уж урожайный месяц получился, но я надеюсь, в октябре я смогу порадовать и себя, и вас большими и более продуктивными итогами в рукодельном плане. Хочу напомнить, что совместный проект «Мои любимые коты» продолжается. Присылайте ваши фотоотчеты в новый альбом, который уже я создала на 20-10. Завершенные работы, пожалуйста, также добавляйте в журнал, в альбом готовые работы по совместному проекту «Мои любимые коты 2». Ну и, конечно же, если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Я смотрю, что у меня больше 50% зрителей, кто меня смотрит, они не подписаны на мой канал. Девочки, мальчики, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда вы точно будете в курсе всех моих событий рукодельных, моих продвижений. Ну, на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.